В Японии местный Олимпийский комитет уже начал подготовку к перенесенным общемировым летним играм, которые должны состояться в следующем году. Одной из немаловажных проблем, которые предстоит решить организаторам, является обеспечение комфортных условий для атлетов и болельщиков, которые будут вынуждены приспособиться к весьма непростым атмосферным условиям, царящим в Токио. В столице страны восходящего солнца сильная влажность и сопутствующая жара превращают самое теплое время года в мучение для многих людей, страдающих гипертонией и легочной недостаточностью. Кроме того, главный город островного государства известен еще и своим смогом из-за выхлопных газов миллионов машин, заполонивших улицы одного из первых мегаполисов планеты. Тепловой удар может возникнуть не только по причине повышения температуры окружающей среды, но также из-за сопутствующей влажности. То есть эти два фактора следует рассматривать в сочетании друг с другом. И тут можно утверждать, что Токио – наихудший город для проведения Олимпийских игр по этим двум параметрам. В этом году, в июле, температура была не слишком высокой. Не исключено, что и в следующем она не поднимется до критических значений. Все может быть. Но если вдруг столбик термометра подскочит, как сейчас, или, к примеру, как это было год назад, то наступит настоящий кошмар. Японские ученые считают, что в связи с разогревом планеты в скором времени проведение летних Олимпийских игр летом станет недопустимой роскошью. Возможно, предстоящие в следующем году состязания станут последними, которые нам удастся организовать в период с июня по август.